Бог призывает каждого человека тем или иным образом. Кого-то через родителей, через семейное воспитание, кого-то через страдания, кого-то через трагедии, кого-то через книги, фильмы, кого-то на смертном одре, через понимание того, что жизнь человека конечна. Вот все это по-разному Господом, разным людям дается. Ведь главное в жизни – это достичь вечности, блаженной вечности, не ада, а Царствия Христова. И когда Господь призывает даже через страдания, Он правильно делает. Я не знаю, почему пришел к Богу. Рациональных объяснений этому не было. Я пришел в храм и понял, что здесь останусь. Надеюсь, что останусь и долгие-долгие годы. Многих в мои годы Господь призвал именно так. В советское время, в неверующих семьях, вдруг молодые люди понимали, вот Господь, вот церковь, вот наша дорога в небо. Почему так происходило? Спросите почти любого, никто не скажет. Потому что Господь призвал.